алейкум. Приветствую всех. Мухаммад, я там буду здесь. Можно Саида сюда, да, к нам? Саидик. Где? Быстро. Где у нас Саид? Что-то мы Саида потеряли. Стесняется? Иди сюда, Саид. А ну дай салам, Саид. Тоже дай салам сердечку. Вот, да, Микки Маусу. Всем салам от Саида. Друзья, в первую очередь я хотел бы пожелать... Мухаммад, сюда встаньте. Хотел бы пожелать крепкого здоровья Саидику, крепкого здоровья его одноклассникам, одноклассницам, родителям. Саид, видишь, сегодня такой прекрасный день, и я хочу, чтобы ты этот день не забывал. Сегодня ты маленький, да, сегодня ты еще маленький, может, многое не осознаешь, многое, может, не узнаешь, но я хочу, чтобы этот день остался в твоей жизни, остался в жизни твоих одноклассниц, одноклассников, родителей. Потому что сегодня, благодаря этому мероприятию, ты уже идешь в большую жизнь. Дай Аллах всем детям, которые сегодня сюда пришли. Мухаммад, дам тебе слово сейчас, подожди. Дай Аллах крепкого здоровья всем нашим особенным детям, где дома заботы и так далее. Пусть у всех все будет хорошо. Спасибо всем неравнодушным людям, которые пришли поддержать данное мероприятие. Огромное спасибо вам. И Мухаммад, это наш друг, где дома заботы, это друг Саида, правильно, Саид? Саид, твой друг же, Мухаммад? И я хочу, Мухаммад любит, чтобы за него громко говорили. Мухаммад замдиректор детдома забота. А ну дальше, я думаю, он скажет сам и пожелает Саиду много хороших, красивых слов. Пожелает. Желаю тебе здоровья, Саид, чтобы ты никогда не болел, чтобы ты счастлив был. И я хочу молиться за тебя, чтобы ты таким здоровым был. Слушай свою матью, папу, дядю, бабушку, тетю. А также хочу благодарить нашим, нашему директору, забота дома интерната директора Ума Качалова. Конечно, хочу благодарить нашему воспитателям Асрат Гаджина. Пожалуйста, вам большое спасибо, что вы никогда не болели и сада, и все. Что счастливы были, что слушали с вас, дети. А также хочу предоставить слово нашему Чанкаларовичу Булате, который нашел ребенка благодарительно. Его родители этого мальчика благодарны Булату Чанкалаевичу, который спас этого мальчика, нашел где-нибудь. Конечно, я хочу попросить ему большое спасибо. Мухаммад, ты самый лучший оратор, молодец. Мы тебя все любим, уважаем. В общем, хочется сказать огромное спасибо родителям Саида за то, что подарили такой праздник не только своему сыну, но и нам всем. А ну сейчас пару слов. Все, похлопайте. Здоровья и всего самого лучшего Саиду. Я думаю, Саид пару слов скажет. Саид, поприветствуй всех. Скажи приветствую всех, спасибо всем. Приветствую всех, спасибо всем. Вот молодец. Все, спасибо. Хадиджа, тебе тоже огромная баркала. Молодец. Спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо, что Аллах примет все твои дети.